2 марта в Новосибирской области стартуют всероссийские сельские зимние спортивные игры. В составе команды из Чувашии 25 спортсменов. Перед их отъездом наша съемочная группа встретилась с участниками соревнований. Старт всероссийским сельским играм будет дан 2 марта. Однако подготовка к нему проходила в течение всего года. В Новосибирскую область отправились те, кто победил сначала на муниципальном уровне, а после прошел и республиканский отбор. Нам удалось отобрать лучших представителей Чувашии, которые будут защищать честь нашей республики на финальных соревнованиях. Участие в финальных спортивных играх – это вершина того, чем мы занимаемся. И мы хотим, чтобы вы успешно выступили, так же, как и на летних спортивных играх. Многие из участников представляют Чувашию не первый год. Так, уроженка Вурнарского района Галина Павлова на финал сельских игр отправляется уже 14-й раз. До этого она выступала в лыжных гонках, палеотлоне, состязаниях среди косарей. В этом году дебютировала в многоборье среди дойеров. Очень долго, упорно мы собирали этот доильный аппарат, и у нас все получилось. В этом году как-то на сельских зимних играх подумали и решили выступить как дойеры. И опять выступили удачно, заняли первое место в Чувашской республике. Всего в зимних сельских играх нашей команде предстоит выявить сильнейших в 8 видах состязаний. В гиревом спорте, лыжных гонках, палеотлоне, шахматах, шашках, соревнованиях среди механизаторов, дойеров и спортивных семей. На предыдущих играх команда Чувашии заняла 2 место в своей группе и 5 в общем зачете. В этом году участники пообещали не снижать планку. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.